день, когда вся страна в едином порыве готовится встретить очередную дату нашего самого главного праздника Дня Победы над фашистскими захватчиками. В нашей республике произошло важное событие. Сегодня мы приветствуем 46 команд. 46 субъектов федерации отправили своих представителей для того, чтобы в течение 12 дней мы прошли суровую, так скажем, но дружественную, уважаемую школу мужества. И организаторы вам уже довели положение, как и что будет, но сам факт, то, что вы здесь находитесь, и мы 29 апреля у стен Казанского Кремля, у памятника героя, поэта Мусы Джалиля открываем этот форум, говорит о многом, об уважении, о нашей истории и о нашем будущем.